«Сердце даю детям». Областный форум «Фестиваль замешальных семей» под такой назвой прошел у Гомельском палаце творчества детей и молоди. Удел у им приняли 200 человек из усяго региона. Их опекуны, приемные батьки и батьки-выховальники дитячих домов семейного типа. Подробности у наступном материале. У Гомельской области зараз живе больше за 3400 детей-сирот и детей, которые остались без опеки батьков. Больше за 80% из них выховывается у замещальных семьях. С 2007 года у регионе открыты 48 детских домов семейного типа, у которых проживает больше за 300 детей. Это реальная поддержка у реализации права каждого дитяти на жизнь и выхование у семьи. Большая часть детей, 80%, проживает в замещающих семьях. В этой позиции наша область занимает лидирующее место среди других областей. У нас уже осталось всего два интернатных учреждения. Это Гомельский детский дом и Мозырский детский дом. На сегодня в этих двух учреждениях проживает всего 73 воспитанника. Форум-фестиваль замещальных семей проходит раз в 2 года. У им удельничают представники разных районов, опекуны, приемные батьки и батьки-выховальники детских домов семейного типа. Разом со специалистами отдела эдукации и социально-педагогичных центров они обмерковывают актуальные питания сопровождения замещальных семей. Закранают проблемные аспекты усыновления и вертания детей в биологичные семьи. Сирот удельниц форума Марина Табольч. На протягу 4 года яна мать и выховальница детского дома семейного типа, у яким зараз живут 8 детей. Большая часть детей называют нас мама, папа. И это, конечно, всегда трогательно. Становятся как родные. Ну, дети приходят всегда, первоначально ведут себя не очень хорошо. Но некоторые из них не хотят слушаться, хотят к своим мамам, а проходит какое-то время, и дети привыкают. Форум-фестиваль замещальных семей дал старт доброчинному марафону «Сердце отдаю детям». Он будет накерован на оказание допомоги детям, которые выховываются у шматдетных, малозабеспеченных, опекунских и приемных семьях, а так само детских домах семейного типа. Окажут поддержку и неполнолетним, которые находятся в социально небеспечном становище. Мы надеемся, что с помощью нашего сегодняшнего мероприятия нас увидят и услышат многие организации, которые пожелают принять участие в этом марафоне и согреть души детей. Не обходится форуме без урочистостей. За отказную, складанную, такую важную громадству працу узнагороды отримали лепшие замещальные батьки и специалисты галины эдукации. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».